Всем доброе утро. Суббота. Мы с Эджином с Дели на прогулке. У нас неделя была прохладная. Но ночью было холодно. Утром 9 градусов, руки мерзли. Сегодня у нас тепло. И обещают до 27 градусов. Иджин. Иджин, пойдем сюда. Хорошо, молодец. Ждем Дели, куда ты усвистала. Вот она. Дели, пойдем. Лапы грязные. В лужу заходил? А, и ты тоже. Ой, молодцы какие. Утром еще хорошо, не жарко. В обед будет жарко, но постараемся съездить куда-нибудь искупаться. Так, что у нас там еще делает? Ты травку кушаешь? Ну понятно, ладно, кушай, кушай. Вот, роса еще. Хотя время уже 8 часов. Да, такая вот. Пошли идти. Дальше пойдем. Дальше пойдем, видишь. Убьетесь аккуратнее. Да отдохните вы, замучаете. Так, возле меня не надо здесь. Дилин, не копай под меня. Чего? Ляг, отдохни, успокойся. Дель, грязно, устал. Уиджи, сколько у вас энергии, а? Плюх. Все, устал. Ложись, ложись, отдыхай. Ложись, отдыхай.
Молодец, Эджин. Драться не надо. Рейди тебя зовут. А то тебе Эджин накостыляет. Молодец, умница. Умница, умница.